проект, он является продолжением свадебной истории. И проект создан для молодых пар, которые собираются сыграть свою свадьбу. И происходят уроки, занятия, на которых мы рассказываем о том, как грамотно подготовить свою свадьбу. Разбираем самые важные вопросы касательно вашей свадьбы. Наше занятие — это где-то примерно 5-7 занятий, которые проходят в Союзе бесплатно в лучших ресторанах города. Поэтому, друзья, давайте поаплодируем первому ресторану, который нас принял. Для ресторан «Кусай Васильев». Были на самом деле активны, потому что приз у нас серьезный. Кто-то, я слышала, уже собирается нас разводить, чтобы заново поучаствовать в этом проекте. Поэтому, ребята, только за, готовы с вами дружить, общаться. Я думаю, мы проведем очень хорошо время. Ну, а более подробно мы расскажем, когда мы это время будем проводить. Спасибо. Друзья, самое главное, что в жизни вы уже нашли того единственного любимого человека и решили с ним сыграть свадьбу. Это самое главное. Ну а как сыграть эту свадьбу красиво, чтобы она была настоящим событием мечты, ну, мы вам подскажем. Будем рады дружить. Я приглашаю в клуб проекта «Академия Стуль», третий сезон. Ребят, вам очень повезло, что вы сюда на самом деле пришли. Поначалу я был скептически настроен ко всему к этому, но теперь уже моя жена уговорила меня первый раз сюда прийти. Потом я втянулся, и на самом деле я уже сам ждал выходных, чтобы побыстрее сюда вернуться и узнать что-то новое. Большое спасибо хочу сказать еще раз организаторам. Они сделали действительно этот день, самый главный день нашей жизни, замечательным и неповторимым. Это замечательный проект, где можно много чего для себя как бы поймать. Выбрать много мест, можно посмотреть, что для тебя понравится. Посмотреть на ведущих, которые есть у нас в Туле замечательные. Посмотреть фотографов. И так, ну, все рассказывать я не буду, потому что каждое занятие – это каждое замечательное занятие. На самом деле, Академия Невест – это проект, где вы просто получите эмоции. Забудьте о соревнованиях, просто посещайте. Ходите, радуйтесь, черпайте новую информацию. Академия Невест, на самом деле, дала нам очень много. Естественно, главный приз, который мы получили, это оформление нашего зала свадебного в лимонном стиле. Играйте свою свадьбу обязательно с гостями, с залом и со всем остальным. Это эмоции на всю жизнь. Удачи вам, выиграйте Академию Невест и получите главный приз. Удачи вам, ребята.
Сезон Академии Эстури. Ну, объявляется открытым, друзья! I'm taking care of business, woman, can't you see? I gotta make it for you, and I got to make it for me. Sometimes it seems I'm neglecting you. I have to spend more time. I got so many things to do. Новый четвертый сегодня сезон Академии Невест, и главным призом на нем будет 50 тысяч рублей на организацию свадьбы. Вы немножко не пожалели, что, ну, немножко поспешили, может быть, стоило дождаться, наверное, вот этой Академии Невест? Мы уже подумали, ну, надо развестись и заново, жениться, заодно мы выиграем. Я думаю, мы это из интервью вырежем, вы так и сделаете, ребята, так и сделайте. Ален, я вот только что общался с победителями прошлого сезона Академии Невест, Суховой Александрой Сопи, ты, наверное, их помнишь, да, ребята, такие же радостные, позитивные. Они, когда узнали, что главный приз 50 тысяч, решили развестись. Да, все-таки уже завтра, я думаю, пойдут подавать заявление на развод и участвовать вновь. Это не запрещает регламент наших соревнований. Ну, если они такие активные, они на самом деле были очень активные. Почему бы нет? То есть в регламенте не прописано четко, что нельзя, да? Водится, пускай раз. Отлично, Александр, Софья, можно. А еще такой вопросик, скажите, пожалуйста, вы замужем, Кира? Да. Замужем. А вот если бы нет, у вас бы было желание у самой поучаствовать вот в таком масштабном проекте, как Академия Невест в Туле? Да, я думаю, это было бы интересно, конечно. А как вы думаете вот насчет главного приза? Немного ли вот 50 тысяч рублей? Или все-таки, ну, в нашей мерке, наверное, даже где-то маленькая сумма? Ну, я думаю, что это было бы не нормальное подспорье к свадебному торжеству. Ребят, знаете, какой главный приз четвертого сезона Академии Невест? На Бора-Бора. Поездка на Бора-Бора, да. Но мы решили все-таки сделать его в пятом сезоне. На самом деле сейчас главным призом четвертого сезона Академии Невест это 50 тысяч рублей на организацию вашей свадьбы. Как вы думаете, солидная сумма? Ну да, нормальная. Стартовый капитал нормальный. Главным призом пятого, то есть следующего, да, то есть в следующем году, будет поездка на Бора-Бора. Что ты об этом думаешь? Ну, мы где-то так и планировали. Призовой фонд увеличить до 100-150 тысяч рублей. Ну, насколько я знаю, чартерные рейсы на Бора-Бора сейчас не летают. Точнее, летают один раз в год, поэтому, мне кажется, сумма может несколько возрасти. А ничего страшного? У нас есть пути не по воздуху, а по воде. Было ли такое, вот сидеть за столиком, там какие-то уроки идут, да, кто-то там представляет, а вы так, вот, вон те мне не нравятся, вон те, по-моему, очень сильные пары, вот надо вот с ними поосторожнее. На первом занятии, конечно, невозможно понять, кто себя что представляет. Все это познается со временем. И, конечно, всем желаю победы в новом сезоне.